Вітаю в ефірі на каналі ТВ5, Програма день тема. А сьогодні у нас у гостях Юрій Дерновий, практичний психолог, психотерапевт Запорізького обласного благодійного фонду Посмішка дитини. Вітаю, Здравствуйте. пане Юрій. Давайте почнемо з того, що таке психічне здоров'я. Розкажіть. Ну, давайте так, чтобы было немного хотя бы интереснее, будем говорить своими словами. Я думаю, так будет доступнее, потому что если мы откроем интернет, мы посмотрим там определение, и Всемирная организация здравоохранения пишет об этом определении. Но в целом, что такое психическое здоровье? Тут главное понимать, что это не только отсутствие каких-то психических заболеваний или расстройств. Нет, это в целом благоприятное состояние человека. Если хотите, когда все хорошо, когда планы достигаются, когда если есть какой-то стресс или конфликт, он своевременно и благоприятно решается, в общем, когда человек, если можно так сказать, чувствует себя... Ну, достаточно стабильно и иногда, возможно, даже счастливо. А какие основные складовые психического здоровья людей? Их на самом деле, их очень много, потому что мы являемся частью всего живого мира и на нас действует окружающая среда. Соответственно, абсолютно все в окружающем мире может быть фактором, который влияет на это наше психическое здоровье, начиная от наследственности и каких-то физиологических особенностей, заканчивая... В целом обстановка в мире, качеством новостей, не знаю, там... Удовлетворенностью работы, социально-экономической ситуации то есть абсолютно все, что на нас может как-то повлиять, это влияет. Просто э, тут надо понимать, что для одного человека это может быть важным фактором. Ну, например, там, не знаю, э, вот сейчас эпидемия, а для кого-то, может быть и нет только в этом разница. А якось физичное здоровье влияет самое на психологичный стандарт. Та психологическое здоровье, в частности. Ну, мы когда говорим э, в категориях психологии и психотерапии, мы всегда помним о том, что физическое и психологическое здоровье они тесно связаны и они неразрывны. Одно влияет на другое, соответственно, другое влияет. Ну, они между собой взаимодействуют. Например, как это может быть, если человек находится все время в состоянии стресса, ну допустим, там, на работе, дома какие-то проблемы, длительное время. Ни для кого не секрет, что страдает нервная система, могут страдать различные внутренние органы, человек начинает просто болеть очень часто. Ну, я думаю, знакомая такая ситуация, постоянно вот заболевает, заболевает, заболевает. И, конечно, это влияет и на физическое здоровье. Соответственно, и наоборот. Наличие каких-то физиологических заболеваний, естественно, ну, никто не любит болеть, это тяжелая такая ситуация, и она влияет на наше психическое здоровье тоже. Они взаимосвязаны. А ось здебільшого можливо ви у своїй практиці зустрічали які фактори впливають на психологічне здоров'я людини? Чи є якісь можливо там три основні пункти? Ну, конечно, это можно выделить. Давайте так, если вот возьмем работу в благотворительном фонде, мы работаем mm -hmm. и с, на востоке Украины очень много последние 4-5 лет, и здесь, в Запорожской области, и с переселенцами, то для этих людей, конечно, основным фактором психического здоровья является их как социализация в обществе, наличие работы и так далее и тому подобное. Ситуация на востоке Украины вся в целом. То есть для этих людей больше вот эта ситуация является таким основным критерием. Если мы говорим о, скажем, частной практике, по крайней мере, моей, то чаще всего люди обращаются с проблемами ну, межличностного общения, возможно, mm -hmm. с другими людьми, там с близкими людьми, либо карьера, работа, вообще вот, понимание того, кто я и что я в жизни. То есть, наверное, вот эти вот два или три. Ось більшість людей не можуть жити без чашки кави зранку. Деякі вживають енергетики, як ці речовини впливають на е, психіку людини, чи взагалі вони впливають на неї? Ну, давайте мабуть, скажемо, що взагалі, о любих вічествах в широкому смысле цього слова і не тільки кофе енергетиках, що е, алкоголь наркотические наркотичні они крайне негативно влияют на психічне здоров'я что, во первых. страдает абсолютно от всех этих веществ нервная система, центральная нервная система. И, ну, я думаю, не стоит здесь дальше продолжать, это, естественно, очень плохо. Во-вторых, любое вещество, которое изменяет состояние нашего сознания, оно же не решает проблему, естественно, а когда действие его проходит, человек все равно сталкивается с той реальностью, от которой он бежит, и получается замкнутый круг. Вот, поэтому, если мы говорим уже вот о таких веществах, которые вызывают зависимость, то однозначно это тот критерий, который необходимо исключать, и это не есть лекарством или способом лечения ну а с другой стороны если вы говорили о чашке кофе и ну, если так. это ну какие-то мелочи которых самое важно понимать что у человека нет зависимости от кофе там или от каких-то ритуалов и это не мешает жить ни ему ни его окружающих то почему нет если человеку помогает сбросить тревогу и напряжение Просто чувствовать себе щасливим після чашки кофе з утра, то це здорово. А ось тоді як правильно боротися із негативним психологічним станом, Максу, особливо якщо люди хтось прикладається до чарки, хтось наркотик, для когось, можливо, і кофе це, кава це свій наркотик, як боротися з ними? Помогать? в першу чергу, Не боротися, а допомагати, ну, ну неважно, а ми не важливо, що буде. А самостійно людина назовем. може. Опять таки, вопрос дуже большой, і смотря що ми говоримо. Давайте, якщо ми говоримо о зависимости, то, як правило, ні. Угу. как правило люди уже в том состоянии, когда они не могут самостоятельно ничего сделать, и им нужна сторонняя помощь. Если мы говорим о людях, которые пережили ну конфликт на востоке Украины, ну потому что это актуально и для нашей области и для страны в целом до сих пор, к сожалению, то работая в различных гуманитарных проектах и программах для этих людей, то конечно там есть целый комплекс, который помимо еда, вода, доступ там к лекарствам, защита прав, вот эти все гуманитарные нормы обязательно еще уделяются огромные программы именно ну профилактики психического здоровья человека психологического здоровья вот поэтому ну, для этих людей есть свои программы специальные и специально обученные специалисты вот ну а для ну просто для нас с вами да или можно сказать для ну, не хочется вообще делить просто давайте вообще и в целом для всех людей mm -hmm. конечно это самые банальные простые жизненные правила которые очень важно начинать еще с детства психологическая гигиена Що це значить? Ну, це значить більше конфліктів, як слід за своїм здоров'ям, збігати стресів, своє не вирішувати. Якщо з цим хочеться, можна обрати к спеціалістів. А як правильно треба зміцнювати та захищати свій психічний стан, особливо там, в дитинстві, якщо ви кажете, з цього потрібно починати. Але ж э, більшість дітей там стикаються із булінгом. на роботі, так само можуть бути складності. Як И... від цього захищати? І це таки, в першу чергу іменно к родителям. И потому что родители и семья это та среда, в которой ребенок находится ну, достаточно длительный промежуток времени, особенно с рождения, Потом это школа понятно. Это, безусловно, должно быть правильное воспитание. Ну, и мне очень нравится слово правильное воспитание, потому что знаете, как будто тогда есть неправильное, есть угу. какие-то нормы. Это, выражаясь вот современным языком, это слово все понимают адекватное воспитание, которое направлено прежде всего на потребности и желания самого ребенка. Это не равно, что нужно там потакать и все разрешать, но ребенок должен быть все равно в центре. То, что он хочет, то, что ему нравится, то, что ему не нравится. Э, обучать ребенка, опять-таки, как выходить экологично из конфликтов. Как, чтобы его поведение не было деструктивным, чтобы оно не было девиантным. То есть, ну, ну, в целом, абсолютно просто нормальное воспитание ребенка здорового. А дорослым? Ну, наприклад, якщо так його виховали досить непогано. Вдома він там слух, ну, там не те, щоб слухняний, але все ж таки добре виховала, але все ж таки оточуючи, вони відіграють важливу роль у нашому житті. Тоді як дорослим справлятися з цими факторами? Ну, в першу чергу, в першу чергу, Вообще хоча б желательно понимать, що це таке і що це очень важливо. Хотя бы, хотя бы позволить себе понимать наличие такого вопроса, как психическое здоровье, что оно есть, и оно тоже ну, требует очень колоссального внимания, как и физическое здоровье. Потому что мы, к сожалению, об этом очень часто забываем. Мы через раз помним, что нужно сходить к врачу и пройти обследование, а о том, что есть психическое здоровье, нет. Поэтому помнить об этом и окружающим людям, если вдруг они замечают, что их родственник, друг, подруга, неважно, кто-то, ну, у него есть какие-то, возможно, сложности с психическим здоровьем. Еще раз Оркію не психічні розстройства, просто в цілому uh -huh. проблеми в житті. Всячески способствувати тому человеку, не пытаться його давить, переламіть как-то там нав'язати свою точку зрения, а протянути руку допоможі. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Юрій Дерновий, практичний психолог, психотерапевт Запорізького обласного благодійного фонду Посмішка дитина.